Это самая быстрорастущая международная преступная сеть в истории мира. Она уже обошла незаконную торговлю оружием и скоро обгонит наркоторговлю. Пакет кокаина можно продать всего раз, а ребенка от 5 до 10 раз в день. Божьи дети не для продажи. Давно ты этим занимаешься? 12 лет. Сколько педофилов ты поймал? 288. А сколько нашел детей? От студии, подарившей вам избранного. Тимотео, вы спасаете детей, да? Поможете мне найти сестру? Обещаю. На основе невероятной реальной истории. Мы нацбезопасность. Мы не можем спасать гондурасских детей в Колумбии. Тогда она исчезнет навсегда. Представь, что ты заходишь в комнату и видишь пустую кровать. Что ты сделаешь? Бросай работу и спасай этих детей. 4 июля. Она сейчас может быть в соседнем квартале, а может быть она в Москве, Бангкоке или Лос-Анджелесе. Она крупный делец. Это территория повстанцев. Туда никто не суется. Ни армия, ни полиция, ни мы. А если бы это была твоя дочь? Ничто не помешает ему. Отряда морпехов не будет. Ты сам по себе. Спасти их. Эта работа разрывает на куски. И это мой единственный шанс снова собрать себя воедино. Когда чутье говорит тебе, что делать, нельзя колебаться. Звук свободы. Только в кинотеатрах 4 июля.